Привет, зритель. Сейчас будет уход на январь. Пустых баночек в этом году не будет в декабре. Будет потом декабрь-январь-февраль. Это для тех, кто, если вдруг смотрит подобные видеоролики и баночки попутно ждет. Ну, короче говоря, как-то вот. Не случилось у меня пустых баночек. Одна еще не совсем закончилась, а другая есть, она даже не совсем уходовая. В общем, на уход у меня января переходит. Вот это вот хренотенька. От Света из Москвы, Too Cool for School, Лондон, Нью-Йорк, яйца с какой-то хренотенью. Умывалка очень экономичная, иногда и пользуюсь. Ну, не так, чтобы уж конкретно каждый день. Я тут с дополнительным светом, я пока еще не сориентировалась, какой лучше сделать. Поэтому, если что, в комменты можете пописать, там типа первый, второй или третий. Ну, желтый, холодный, теплый. Видео я еще-то не смонтировала, и оно выйдет чуть позже, чем эти баночки, потому что там много материала, и мне как бы быстрее будет вот это сделать. Ну, я думаю, в принципе, не совсем, может, первый блин комом будет, ну, как бы все с чего-то начинают. Развитие канала Лёли от видео на «Отцепись» до «Вау, как это круто!». В общем, такая штучка, она очень нравится мне, экономичная. Спасибо Свете за возможность это поюзать. У меня гель для душа от Лёлечки из Тюмени, Эйвен Сенс от клубничной мечты с ароматом клубники со сливками, гель-крем для душа, крем-гель для душа. Переходит на январь. Я что-то не стала геморриться в этот раз и подбирать какое-то особое там уходовое средство, ну что-то выбирать из тех этих гелей, что мне Лёлечка прислала. Я решила просто то, что я один раз поюзала в декабре, перейти его на январь, уже в январе его доюзывать. Прикольный гель. Тут у меня кошка, которая, ну вот, как обычно, на провода прыгает, но все остальное. Хорошее мыло, единственный минус, оно рассыхается внезапно. Хотя вроде, ну, хотя бы не размокает. Оно не размокает, но оно рассыхается. Почему рассыхается там вроде, ну, как бы сейчас не лето, чтобы вот там, ну, не знаю, что с ним не так. Оно практически такое же хорошее, как Дав, только минус, что оно рассыхается. Я сегодня обнаружила, думаю, такие трещинки с двух сторон. Это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Avon Senses, романтичный райский сад с ароматом экзотических фруктов и пиона. Туалетное мыло для лица, тела и рук, 75 грамм. Там где-то еще 2/3 осталось. Я не показываю, я показываю просто пакетик. Я помню, что такое мыло мне уже Лёлечка как-то дарила. Самое прикольное, что сам гель для душа, помню, мне по аромату очень не понравился. А вот мыло вполне нормальное. Зевотная ты! Зевотная, вон, зевотная, лазает везде, хулиганка такая. Сегодня хозяина расцарапала до крови, а я от вида крови сразу ласты склею, хотя там малюсенькая капелька и палец зажажил. В общем, у меня Лунатура, тоже подарок от подписчицы Светы из Москвы, переходит на январь. Тут немножко, но есть, а слушай, зритель, не совсем немножко, еще вот столько. Учитывая, что мне она пришла на половинку полная, тут еще половинка половинки осталась, четвертая часть флакончика. Очень экономичная штука, я не каждый день пользуюсь, но сегодня пользовалась. Как скрабик, хорошо, чисто там ощущаешь, что на коже что-то не так. Пошел, умылся, не обязательно вот утром или вечером, можно посередине дня. Я даже сегодня намарафетилась, и у меня на губах какой-то блеск китайский, и он у меня, по-моему, был в обзоре АСМРной косметички. Если интересно, гляньте, если вы не любите АСМР, просто это включите звук погромче. И на лапках у меня вот это вот лак от Avon, какой-то гель шайн или что-то в этом роде от Лёлечка, а это, не помню, что за марка лака, но это от Ленки Снегирёвой. Как-то так вот я взяла сейчас и намарафетилась. Ну, блин, я забыла, что этот лак так долго сохнет. У меня тут Кайла Дживан, очередной бочоночек, 60 мл. Он переходит в уход на январь. Мой спаситель, если голова не сильно болит, то можно помазать, вот где она болит. Помогает. Если глазки устали, то тоже помогает. Если какая-нибудь дурацкая кошка исцарапала, то тоже помогает. Если просто сухая кожа рук, то тоже помогает. Вообще универсальная штука, очень такая классная. Если хотите конкретно отдельную оду для него услышать и глянуть, гляньте плейлист «Моя Индия», и там вот один из роликов, всего два ролика, вот этому посвящен. Можно купить на Озон, можно купить на Вайтберис. Так, у меня зубная паста Dental Clinic Kerasys 2080 переходит на январь. Тут совсем чуть-чуть. Она очень экономичная, но раза три мне получилось по ошибке выдавить аж 1,5 сантиметра, заколебаешься чистить. Ну, как бы, ну, сама суть, что с 1,5 сантиметра, что там 2-3 миллиметра. Эффект один и тот же, только что вот, ну, много.
Не экономично у меня как-то вышло. Если она вдруг закончится раньше времени, то у меня там есть Уптан. Я его, правда, не доставала. Я хотела его достать, но я его не достала. Он там где-то на глубине сибирских руд, в полке с запасиками. Вот в этом шкафчике. У меня там теперь две полки выделены под не одежду, потому что они освободились. На одном этаже на самом верху стоит сушилка со всякой хренотенью. Ну, это дегидратор. На другом этаже стоят всякие запасы косметики уходовой, которые в основном благодаря вам, зрителям, у меня пополняются. В общем, я пока не стала заказывать никакую корейскую пасту. Я просто давно хочу попробовать сделать свой самопальный порошок зубной, там на травках и тому подобное. Ну и плюс у меня стоит Уптан уже черт знает сколько лет, который я делала с пинка своей подружки Машки. Еще до ютубной деятельности, когда я вела блог, но в печатном виде. На других площадках. И, в общем, вот, очень хорошая зубная паста, мне очень нравится. Я так на Озоне глянула, так поняла, что это у меня пятая, наверное, по счету уже такая зубная паста корейская, очень экономичная, хорошая. Не, новые зубы от нее, к сожалению, не растут. Мои все 27 зубов наполовину молочные, на 4 пятых молочные, все еще молочные. Это если вдруг кого-то это все еще интересует. У меня на уход идет такая штучка. Полли, увлажнение питания, алоэ вера, 99%, гель для лица и тела. Натуральная эссенция алоэ. Вот такой. Я покупала, не поверишь, зритель. Я его не обозревала отдельно, только по АСМР, Лаим в АСМР, как вот, ну, он был героем АСМР. У меня было 3 таких флакончика. По 160 миллилитров сроком годности до 11 мая 2023 года, 12 мая 2020 года оно издано. Это китайская фирма косметическая Полли. На Али я покупала, у меня какой-то был внезапный код-бонус 300 рублей на любую покупку, а у меня обычно их код-бонусы нифига не действуют. Я думаю, ну, подействует, хорошо, не подействует, ну и хрен с ним. И он подействовал, и мне вот эти 3 штучки, набор был из 3 штучек, обошлись за 160 рублей. 160 рублей вот такие 3 штучки. У меня там еще 2 таких лежат, я хотела парочку из них подарить девчонкам своим, ну, подружкам к Новому году, но я не уверена, что одна из них пользуется таким, а другая, ну, у нее немножко другие запросы были в итоге. И я решила, что он что, в принципе, пусть стоит, как бы, есть не просит, на мое счастье, и вот оно в запасиках, я потом сама заюзаю. Я его использую сейчас вот вместо тоника для лица. Вместо той увлажнялки, которая у меня была в пустых баночках прошлого месяца и закончилась где-то в середине декабря внезапно, та с улиткой от Светы из Москвы, он, прикиньте, вот такой вот, как форматик этого листика алоэ. Мне бы пересадить алоэ, все, что-то руки никак не дойдут. У меня уж 3 алоэ корни дали, ну, в смысле, 3 росточка. Очень классный, хороший. Ну, в принципе, там, конечно, не 100% алоэ, там еще всякие гомомелисы и прочее, как обычно в таких геликах для лица и тела есть. Ну, универсальное средство алоэ вера. Я вообще там была, как бы, благодаря Свете я открыла для себя косметику китайской фирмы Биаква. Ну, там было, в общем, или Биаква, или Полли. И на тот момент, когда я уже стала оформлять заказ, в итоге осталось вот 3 в одном именно Полли, а Биаква уже не было. Ну, да и хрен с ним, попробую этот Полли. Плюс отзывы на него были хорошие в других местах. В общем, вот оно у меня в уходе на январе. Немножко я его юзала в декабре, оно пришло где-то в середине, что ли, декабря, уж не помню. Ну, когда я там тот АСМР записывала, где-то алоэ участвовала. И я его тоже немножко в декабре пользовала. Хоть оно и было не заявлено. Я думала, эта штука закончится и будет в пустых баночках. Нифига. Там чуть-чуть еще осталось, но так как получилось так, что я, видимо, в этот месяц, в декабре, записывала мало видео, где использовала помаду, чтобы потом эту помаду стирать. Блин, все-таки с этой лампой списать мне. Я пока не приноровилась, куда еще ее поставить, она стоит за камерой. И я не знаю, люди, как вы пишете с лампой такой кольцевой, оно в глаза же светит очень сильно, плюс у меня еще с потолка свет идет. В общем, это Green Mama, сливки косметические для снятия макияжа, череда и куляния дуванчик, очень большой флакончик, 170 мл, очень хорошее, качественное, надолго хватает, экономичные. Срок у них слегка уже закончился, но у косметики Green Mama там всегда дается срок с запасом, как они раньше писали. Когда у них еще был свой этот форум Green Mama-овский, другой совершенно сайт, дизайн и так далее, и сервак другой. И ничего пока не изменилось, в общем, хорошее, если что, я вот такие советую. Они, конечно, суперстойкий макияж с первого раза не удаляют, но у меня были какие-то суперстойкие помады, за пару-тройку смывов действовало. Но так, если что, очень хорошо, можно лицо просто протирать. Вот я его пока юзаю именно как вот с ред-помадку.
Так. Я все никак ее не заюзаю. Она у меня из месяца в месяц переходит в уход. Пару раз я ее пользовала и забыла. Она у меня стоит на видном месте на компьютерном столе справа по борту. Я очень надеюсь, что ее поюзаю в январе. Может, даже в декабре. Декабрь еще как бы не закончился. Сегодня 26 декабря. С прошедшим Рождеством католическим, если вы вдруг его отмечаете. Я-то как-то вне религии. Но все же... Я вчера все католическое Рождество занималась бытовухой и уборкой. Слиппинг, ночная маска с маслом ши для лица от Апио. Не знаю, как правильно читается. Это какая-то корейская фирма. Благодаря подписчице Светочке из Москвы, вот как раз ее подарочек, я узнала об очередной косметике. Вот. Но у меня переходит на январь, я надеюсь, что я все-таки заюзаю. Так, у меня вот эта штука, у которой срок годности закончился в ноябре, 12 ноября. Но запах и консистенция вообще ничего не изменилось. Все еще юзабельно, она все никак не закончится. Правда, я редко пользуюсь. Я вообще что-то раньше очень часто пользовалась лосьонами для тела. Сейчас как-то, ну, когда вспомню. Она у меня была на уход декабря как крем для ног и для тела, но что-то как-то вот. Видимо, оно так и будет, крем для ног и для тела на январь. Я даже как-то не загонялась достать гринмамовский крем для ног или эйвоновский крем для ног. У меня там от Лёлечки еще один стоит. Тоже начатый слегка и все еще в нормальном виде. Это у нас, я его крюк ногами держу, да? Avon Care, масло кокоса, восстановление, лосьон для тела, для сухой и очень сухой кожи. Вот. Хорошая штука, у меня чуть-чуть отлито было, баночку такую я в деревню с собой брала. Я сейчас вот, когда у меня помада слегка не в том месте оказалась, я им немножко удалила. Короче, я так поняла, что им, в принципе, можно даже вот немножко макияж смывать при случае. Хорошая штука. Лицо протереть там и еще что-то. У меня тут самопальный тоник для лица. У меня был зеленый чай заваренный. Зеленый чай, значит, там васильки, жасмин и лаванда. И что-то по вкусу оно мне не понравилось. Я туда лаванду слегка больше зафигачила. В общем, такое себе. Морду лица протирать нормально, волосы катить нормально, а так нет. И я перелила вот сюда, вот в этот флакончик. Хотя тут изначально был отвар флоксов и растения бергамот 23.00.16.04.19 созданный. Но он уже закончился. Вот сейчас вот тоник, лосьончик. Ну, как бы, если ты, зритель, вдруг внезапно случайно сюда забрел, и охреневаешь, какого хрена эта Лёля лицо себе протирает каким-то самопальным тоником, то я занимаюсь косметикой ручного изготовления самопальной. И, в принципе, когда у меня заканчивается какой-то покупной тоник, по большей части мне сейчас их дарят мои дорогие зрители, спасибо вам за то, что поддерживаете мой канал, это очень приятно, то я делаю что-то себе самопальненькое. В общем, этот тоник у меня идет на январь. Что-то мне еще. У меня кремик тут внезапно еще не закончился. Наверное, будет в пустых баночках уже января. Хотя эти пустые баночки будут за зиму 21-22. Это подарок от подписчицы Светы из Москвы. Гратолы. Внезапно русская фирма. Лаванда. Лавандер. Экстракты трав и серебро, крем для рук, увлажнение, регенерация, защита, 30 мл. Прикольный, хороший кремик, быстро впитывается. У меня таких было два, вот второй еще никак не закончится. Я что-то больше в этом месяце пользовалась кайзашиваном, потому что цап-цап, царап, там вышла на улицу, холодно, как-то у меня была в гостях подруга, и мне надо было еще в этот же момент дойти до родственников. Она сидела на пианино, играла, я родственники близко, я поскакала до родственников, и выхожу и понимаю, что забыла перчатки, а на улице где-то минус 15, ну еще и кожа трындец, я пришла потом, мазала кайлашиком, потому что этот уже как бы... Этот уже никак. Этим надо мазаться уже после кайвашика. Так, у меня вот эта штучка, я иногда и пользуюсь. Но тоже как-то забываю. В общем, это тоже от Светы. Те же яйца корейские. Это что-то 7 в одном, но я его использую именно как маску. Нанес, потом смыл. Ну, как-то вот. Больше по-другому... Других вариантов я пока не восприняла его. И да, он переходит на январь. Потому что у меня есть кремик для лица чудесненький. От Ив Роше. Два в одном для лица ночной и дневной. И до сентября 2022 года мне его надо юзать. 50 мл. Увлажняющий крем. Когда-то
в подарок за заказ его выбрала, он очень долго стоял, года 20, наверное, и я его только вот летом его открыла, правда, пользуюсь в основном вот в холодное время года. И то, когда вспомнил, у меня стоит на очень видном месте, справа по борту на моем компьютерном столе, рядом с книжкой японского словаря. А я так это, вау, у меня же крем есть. И вчера я, когда готовила все это, на тумбочку ставила, которую ты, в принципе, не видишь, потому что она ниже камеры, но справа по борту, и откуда я все это беру. И я так ставлю, блин, у меня же есть крем, у меня как раз кожа такая слегка сухая была. Но у меня кожа вот здесь начинает сухой быть, когда я, допустим, сутки или двое поздно легла, не выспалась. У меня 2 недели такие странные были, я что-то мало ела. Забывала поесть. Ела меньшими порциями, меньше, чем моя кошка. Если кошка у меня прилично ест. Но те, кто меня знает, просто я очень много на самом деле кушаю. Большими такими иногда порциями. Ну, для некоторых большими большое понятие растяжимое. В общем, у меня была бессонница, кожа была сушенная. Но я тут справилась алоем. А этим я чуть-чуть так помазала, и иногда им мажу руки, просто вот он ближе стоит, чем какой-то крем. Очень хорош, мне очень нравится, мне вообще его подружка посоветовала, не знала, он еще выпускается или нет. Приятный аромат, очень легкий, совершенно экономичный, так совсем чуть-чуть надо, ну, у меня на январь приходит. Так, и что у меня тут остается? Если ты, зритель, загоняешься, а где же Дезик? Алло, Лень, Дезик редко показывают, у меня он самопальный, восковый Дезик. Из воска пчелиного, из этого масла кокоса и со всякими эфирками. У меня где-то, наверное, есть какой-нибудь ролик на канале, где я его делаю. Ну, я думаю, что он там есть. Если есть только ролик с жидким дезиком масляным, я такими уже не пользуюсь, но тоже делаю. Ну, просто если интересно, может ткнуться в инфобокс, там есть ссылочка на страничку ВКонтакте, которая открыта, и там инструкции по применению, как сделать восковый дезик. У меня просто в одном... Я раньше очень любила эйвоновские дезики шариковые, потом фрошевские, у Грин Мамы не было таких дезиков, по крайней мере, я их не застала, если были вдруг. Только дезик до ног у них есть совершенно бесполезная хренотень. И у меня пошла аллергия, мне еще очень нравились дезики ФА, все эти вот эти шариковые, и Рексона спрей. Рексона не спрей, в общем. А потом пошла аллергия, мне пришлось где-то 1,5 года пользоваться детской присыпкой тальком. А после я поняла, что можно делать самой дезик какой-нибудь. И у меня шампунь во флакончике от шампуня Ифраше самопальный, на основе, которую я в прошлом уходе за декабрь показывала. Я тут что-то ее специально не достала, тупо забыла. А жидкая мыльная основа от Чистотел продается на Вайберис и на Озон, может, еще где-то. Стоит где-то вот от 570 где-то так рублей и выше. Ну, я покупала ее где-то так за 500 с чем-то. 569 или как-то так. Там целый литр. Она довольно экономичная, хотя ее надо совсем чуть-чуть разводить. И вот здесь вот то, что у меня было в тонике для лица, где-то 1:8 у меня было сюда добавлено. Тут, короче, мыльная основа, потом вот этот зеленый чай с жасмином, васильком и лавандой, и еще эфирное масло лаванды. Оно устоялось, вот очень экономичное, буквально немножко надо. Конечно, не супер маленькую лужицу, но, в общем, до этого шампунями на этой основе я мыла 2 раза, намыливала волосы, сейчас они уже как бы привыкли, плюс я еще срезала у подружки, подружками я подстригла, срезала все эти осветленные концы, в принципе, та же самая подружка, что меня красила под блондинку где-то 1,5 года назад, и благодаря тому, что сушеные кончики мертвых волос отсобачились, ну, как бы они, ну, безжизненные были эти сухие волосы, так-то у меня тонкие и жирные, я стала вот этим мыться, и у меня как бы за один промыв оно все смывается, промываются волосы, довольно экономичный, хороший шампунь, вот, в принципе, я где-то в первых числах декабря его сделала, и вот у меня только немножко утратилось, на 2 суток свежести хватает, иногда, в принципе, на 2,5, если мне никуда особо не надо идти и видео снимать, то, в принципе, я хожу с этой, как бы, слегка немытой головой, нормально, они не пышные, но и не грязные, очень хорошая штука, вот этим буду пользоваться уже не только в декабре, но и в январе. На этом это был мой весь уход, усё. Если осилили до конца, то круто. Если есть какие-то вопросы, можете оставить их в комменты. Ну и это, можете там попинать меня, если типа, Лёля, ты давно ничего не снимала. А еще, если вы хотите поддержать мой канал, то в инфобоксе есть ссылочка на стать спонсором, оформить спонсорскую подписку. Это 3 уровня, 149 рублей из них мне. Из всех этих денег я получу только 70%, а остальные 30% захапает YouTube. Это просто там стримы, стикеры всякие прикольные имени меня, мной созданные. В комменты можно использовать. Можно
повысить уровень до 249 рублей, и ваши запросы я буду выполнять вне очереди, плюс у вас будет ранний доступ к этим видео, и можно совсем повысить уровень до 299 рублей и сделать... Почаще буду выполнять ваши запросы по СМР и мукбангам, и также будет более ранний доступ у вас, чем, допустим, у всех остальных зрителей. Ну или просто можете меня как-то иначе поблагодарить. Всем спасибо и пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!